Здравствуйте, Антон. Выскажите ваше мнение за Нижнекамск-Нефтехим. Держите ли вы его в своем портфеле? НКНХ у меня раньше был в допах, а потом я его исключил. То есть сама компания, она проходит по своим активам, да, по перспективам, по денежным потокам и ситуациям внутри компании, она проходит для среднесрочных инвестиций, краткосрочных, то есть в допы. Но ликвидность компании очень маленькая. Да? То есть когда-то покупал, а сейчас она у меня есть в портфеле, но совсем немного, и как бы пока нет желания ее покупать. Ликвидность маленькая, ликвидность. Вот Куйбышев тоже очень крутая компания, такая ликвидность низкая, что даже покупать не хочется.